Привет, друзья! 21 июня 2019 год. Проверял сегодня отводки. Маток на засев, все нормально. Ну там, как обычно, с облетов пара-тройка не возвращается. Вот, поэтому дал им опять маточники, что у меня там были запасные. Жара стоит у нас 40. Дождей нет. Вот, но цветет сильно донник. Особенно тут вдоль дорог, по буграм. Желтый, белый. В прошлом году не очень было. В этом году вообще все в доннике. Привесы в день. Ну, на контрольном показал, где-то 2 килограмма в день идет привесы. Те семьи, что с акации были откачаны, уже залились они полностью. Ну, печатки пока нет. Поэтому я думаю, что еще у нас будет, наверное, еще промежуточная качка. Вот, как бы акация плавно у меня, наверное, перешла она в главный взяток. Вот так получается. Так-то в этом году все удачно складывается, но это жарко и нет дождей, сухо. Вот, новые облетники на две стороны делал. То есть пополам, по 3 рамочки. Сюда и сюда, вот они. По 3 рамочки, облетнички. Тут уже почти первые, которые матки вышли, вот отводки. Ну, уже больше половины. Уже в пчеле сидят и меда натаскали себе. Здесь 14 рамочек тоже поделил пополам. Тоже матки вышли, уже сеют. Вот так вот литочки сделал им. Вот. Здесь маточки тоже. Ждем облет. Ну, в этом году, наверное, все, наверное, с отводками, с этими я завязываю уже. Хватит. И синяка много. Много синяка цветет в этом году. В прошлом году меньше было. Я тут обкашивал, поставлял его. Тоже вот синячок. Цветет синяк. Вот, пчела по нему идет. Все, друзья, такие сейчас. Время такое особо, работы нет. Там только рамочки, ходи сейчас в отводке. Рамочки подставляю. Вощину. Сушь кончилась давно. Все, пускай тянут вощину. Раев как не было, так и нет. Ни своих, ни чужих в этом году. Пока. Ну и хорошо. Ну, в общем, такие дела. Все, друзья. Всем пока.